8 июля у нас исполнится щенку 2 месяца ровно. Вот, решил его взять в лес, немножко побродить здесь, приучать его к тайге. Вот он такой у нас. Опа, и тайга бежит. Ну, конечно, не к этой тайге приучать, а к лесу. Ну, тайга, видишь, без своего не убежит. Не бросит его. Ну ладно, придется с матерью еще лучше. Мать приучит тогда. Побегаем сейчас по лесу. Вон последний кобелек остался. Это иди. Это самый спокойный. Сейчас будем его каждый день по километру, по 500 метров водить. Рябчики уже летают. Финцы уже все летают. Никого не задают. Ты куда пошел? Мы сейчас идем гулять. Давай, давай, собирайся. Пойдем, пойдем, пойдем. Домой ты потом пойдем. Все, пошли, пошли. Потом тебя покормлю. Пошли. Вон, вместе с мамой. Потихоньку. По болотам походим. Грибов посмотрим. Давай, 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 давай. Это шустрый малый. Давай, 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 давай. Потихоньку. Потихоньку пойдем. Вон. Сухостой. Обвалился от ветра. Не видно, наверное, сквозь. Вон там за веткой видно. Камера не берет. Ветровалом повалило. Сушинку. Блин, комаров, конечно, много. Но маламуты, они обычно теряются, воют, а этот молчит. Ну, не потеряется здесь. Что-то думаю, он, скорее всего, домой пойдет. Рано его натаскивать еще. Наверное, пойдет домой. Дорогу домой-то он точно знает. Да нет, он вот здесь. Потихоньку бежит. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай, приучайся к лесу. Чем раньше научишься, осенью уже будешь лаять. И глухарей, и другую дичь. Так, чем мы сюда пришли-то? А сюда мы пришли, потому что здесь болото. И кустов нету, собаке легче ходить. Так, что тут вообще тут? Так себе место. Дом даже мох высох. Мох весь сухой. Вот болото высохло. Много сухо, конечно, но недавно высохло на днях. Так, пошли. Что-то яркости не хватает. Блин, ты слишком быстро бегаешь. Пошли. Надо побрызгаться антиклимарином. Ну так каждый день походим, походим, походим. Осенью уже будешь бегать сам. Тебя не надо брызгать антиклимарином? Не надо? Так, посмотрим, может грибы еще есть. Тайга вон там кайфует уже. Мошка я заколебал. Комарами. Опа. Антикомарин закончился. Ну да, трудно щенку еще перевозить через эти. Радуется, нравится ему. Вон так вот, потихоньку, потихоньку. Вот так. Сейчас мамка тебя научит. Мамка еще сама не научилась, только недавно научилась. Всех лаять. Пойдем, пойдем.
Ну, стекла поменял я. Должно не рябить на камере. Не этот. Экран хороший поставил. Новый. А ты свои запыли. Пыль забивается и в итоге. В итоге у нас картинка начинает рябить потом. Фокуса нету. Опа, ну что ты шустрый. Сейчас мы сделаем из тебя лучшего охотника, да? Вот ты сам спокойно был. Хотя даже и не слышал. Лая-то. Посмотрим, как ты. Через месяц себя будешь вести. Давай. Оба, давай. Потихоньку. Вот так придется по лесу бегать. Через полгода. По 5, по 10 километров наеривать. Слышишь? Это мама там бегает. Давай. Сейчас мы немножко пройдемся. Километр туда, километр обратно. И все. Ну. А может вообще не звать его, пусть сам бегает. Быстрее научится искать. Если что, наверное, закричит, запищит. Смотрим. Ну, в лесу сухо совсем. Дождей особо нету. Грибов ноль. Грибов почти нет. Так что большую корзинку для грибов зря я взял. Ну, бывает там червивы попадаются, когда собакам варю. От червей очищаю там этот, ножиком. И варю. Щенкам, конечно, пока не даю, потому что организм еще слабый у них. Могут не переварить грибы. Это один раз у меня гороха наелись. Горох я не доварил, блин, заворот кишок случился. Пришлось покупать для кишечника всякие эти от запоров. Думал, щенок умрет, а он нет, он доехал, выжил. Еще в Москву ехал. Еще сейчас здоровый вырос. Уже год прошел. Так, с чем мы, где, куда мы пришли-то вообще? Где мы находимся? Компаса нет у нас. Ничего, ты шустрый уже, так быстро ко мне побежал. Пойдем. Понравится тебе в лесу. Все собаки их вот здесь. Мама-то побежала. Так, где мы находимся? Нам на левее. Блин, комары едят. Опа. Давай. Еще шнурок не развязался. Ёшкин, Матрёшкин. Все, рад ты? Где ты там? Рад? Да, если ты очень рад. Очень-очень, да? То, что в лес пошло. Ну ладно, наверное, пока не дойдем до места. Ну, ты такой шустрый стал, да? Что, так тебя понести? Или что? Что там нашел-то? Там грибы раньше были. Ну, пока все. Потом дальше посмотрим, как ты там первую птицу заваришь, первую белку.
Мамонт умеет уже. И бегает далеко. Да, тайга? Научилась? Чё там? Ничего интересного-то нету.